Здарова всем, парни, у микрофона ветеран. Ну и в этом ролике мы с вами разбираем тактику прохождения затмения на уровне сложности профи. Опять же повторюсь, в этом ролике мы с вами разберем такие основные места, там где вы можете слиться, то есть не будем затрагивать коридоры зомби, где вы просто идете, стреляете и так далее, а затроим такие вот места, где реально нужно знать, как проходить. Чтобы ролик не затягивать, я просто на один класс делаю тактику, то есть там банально ничего сложного, то есть все то же самое, вот как здесь делается, так же вы и делаете, то есть банально ничего сложного. Вот, если что-то непонятно или что-то не так, опять же, свое мнение в комментариях. Ну а так, всем приятного просмотра. Ну и наша первая остановка — это бункер. Тут у нас ничего сложного. Смотрим, откуда вылазят дурели. И садимся за щиты. Каждый за щит, один смотрит ботов, которые выпрыгивают. И остальные сливают дурели. Также можно за дурели сесть, но это уже кому как удобно. То есть первая волна у нас мурены, мы садимся за щиты, их отстреливаем. Вторая волна кобры аналогично. А скалопендеры вы можете также сесть за щиты, ну или можете сзади них сесть и спокойненько зажать в красные штуки. Итак, что касается у нас такого вот моментика с БТРом, когда вас боты зажимают в кучу, здесь ничего сложного. Кто-то садится вот сюда вот за БТР, кто-то садится напротив вас. И вы просто отстреливаете всех ботов. Аккуратно вылазите в пиксель и их отстреливаете. Здесь я тоже ничего сложного не вижу. Итак, дальше у нас идет первая с вами химера. Ну, здесь у нас ничего сложного нет, просто-напросто садимся все в одну кучу, отстреливаем первую пачку ботов, которые упали, и когда приземляется наша с вами химера, зажимаем ей в голову. И после того, как мы ее зажали все вместе, мы отстреливаем ботов и проходим дальше. Итак, что касается вертолета, здесь ничего сложного. После того, как вы забрали мамонта, вы спрыгиваете вниз, отстреливаете ботов и идете садитесь вот в это вот помещение. И оттуда вы уже кто-то лечит того, кто будет стрелять ботов, а кто-то стреляет ботов. В данный момент это штурмовик. Он просто-напросто так вот становится и отстреливает ботов. Здесь у нас 6-8 волн ботов, но можно также их переждать. А ждать надо 10-15 минут, поэтому выбирайте сами, сколько вы будете там тусить. Но я бы рекомендовал просто, чтобы вы лечили стрелка, а он в свою очередь будет отстреливать вот этих вот ботов, которые прилетают. И также можно сесть на лестницу и через щель убивать ботов, которые летят. Ну, это больше снайперам под силу. Вот, но смотрите сами. И когда вы уже отстреляете ботов, то есть ботов не будет, вы выходите и спокойненько уничтожаете вертолет. Итак, что касается концовки. Здесь у нас ничего сложного. Когда вы слили вертолет, вы все поднимаетесь наверх. Один из ваших тиммейтов спрыгивает вниз, активируя ботов, а вы отстреливаете этих всех ботов. И после того, как вы все отстреляли, прилетают химеры, вы их в пиксель аккуратненько отстреливаете и проходите дальше. Ну, после того, как вы отстреляли первые две химеры, прилетают палочники, вы их убиваете, и после палочников у нас справа будут появляться гранатометчики, которых вы должны будете быстренько убить. Ну и после того, как вы все это сделали, прилетают еще одни химеры, вы их отстреливаете, и дальше у нас с ней будет контрольная точка. И на этом моменте те, кто сидели на центре, должны перейти на левую или правую сторону, так как будут у нас сверха МН-штурмовики и солдаты. Ну, после этого будут две волны палочников, которые к вам будут прилетать, и после того, как вы их отстреляете, вы пробегаете на противоположную сторону и отстреливаете химер. Потом у вас появятся справа уже гранатометчики, относительно как вы стоите на противоположной стороне. Вы их отстреливаете и перебегаете также на противоположную сторону. Потом вы также отстреливаете химер, опять перебегаете, отстреляли одну химеру, потом две. И все, спецуха пройдет. И хотелось бы здесь вот заострить внимание, так как когда вы
бьете двух химер, сзади вас появятся палочники. Но они прилетают по времени, поэтому будьте готовы, что если вы не успеете зажать химер, появятся сзади палочники и вам дадут, ну, 3 недели. Поэтому будьте готовы, что они сзади вас приземлятся.